Давайте-ка и метеорит отправим! Да! Мощная атака, ребята! С одного раза Армагончик всех выносит, вешает на себя броню, и мы выходим на платинового Армагона и космических платиновых черепашек! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды! Ребята, всем привет! И у нас сегодня игра с составами подписчиков! Так и сделаем! Ну что ж, у нас космические странности и последний 8-й эпизод, и мы готовы играть за составы наших дорогих подписчиков. Да, ребята, и первый составчик — Армагон, Крэнк и Пиццелицей. Потрясающий составчик. И кто? Армагон, Крэнк и Пиццелицей. Ребята, у нас все персонажи сотого уровня. Если хотите себе такую же картинку, как у нас, сотый уровень аккаунта, куча баксов, мутагена, прокачанных персонажей, пишите нашему подписчику, ссылочка на него в описании к этому видео, уточняйте у него условия, и он максимально прокачает вашу игру, и вы будете наслаждаться ей каждый день, так же, как и мы. Ну что же, а у нас крыски, и мы против них посмотрим, что применим. Как я помню, здесь 5 волн, да? Да, ребята, и 2 брата голема в конце, а перед ними Армагон и 4 космические черепашки, и все платиновые. Так что досмотрите обязательно это видео до конца, будет куча войн, побед и, возможно, даже поражений. Все может быть, но пока что у нас вот этих 3 взрослых персонажа, 3 взрослых героя, которые... Ну, мне кажется, как минимум должны дойти до... Конечно, до босса. Конечно. Слушай, у нас по 2 массовых атаки у каждого же, да, получается? Да, кстати говоря. У Пиццелицы же 2 массовых атаки. Да. Вот так вот, ребята, у нас 6 массовых атак, так что мы во все оружие 2 мы потратим на платиновых героев с предводительством Армагона, а потом еще парочку потратим на големчиков. Так, прекрасный план, но пока что мы одиночными атаками спокойно разносим этих крыс, потому что они нам нанесут минимальный урон. Так, крыска последняя осталась, на контратаке здесь выезжает, но Пиццелица ее добивает, и мы отправляемся в следующую волну. Ребята, а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, и обязательно поделитесь этим видео в своих соцсетях, помогите развиться каналу Детол и набрать 1 миллион подписчиков. Да, ребятушки, мы к этому стремимся, это наша цель. Так, ну что же, опа-на, массовая атака первая пошла в бой, и уже... От Белканадов практически ничего и не осталось. Да, мощные ракеты от Армагончика, конечно, разнесли практически всех. А сейчас мы их поодиночке добьем и отправимся дальше. А там нас, кстати говоря, ждут щупальцевидные пылесосы. Щупальцы. А пока что Крэнги заряжает еще один выстрел. И нужно белку-то добить. Белканад, да, белка живучая, смотри, туда. Какая, а. Ба-бам! Отлично! А пицца лечит... Пицца лечит, ребята. Пиццелицы лечат наших друзей. Крэнга только что подлечил. Короче, он молодец, пузан. Так, ну что же, давайте-ка и метеорит отправим. Ба! Мощная атака, ребята. С одного раза Армагончик всех выносит, вешает на себя броню, и мы выходим на платинового Армагона и космических платиновых черепашек. Ну что же, давай-ка. Да технодромы. Технодромы в помощь, конечно же. По полной им зарядим, а? Давай, Крэнги, заряжай и мощный залп. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Детол Лего. Ссылка в описании. Опа, смотри, как хорошо. Еще одна массовая атака есть у нас? Конечно же есть. Почему бы и нет, и не использовать ее, но надо подождать, пока вот здесь поколесит мать. Ничего себе, он поколесил. Половину хелсов убил, отбил у Крэнга. Это круто было. Итак, Крэнг использовал одну массовую атаку и теперь вторую заряжает. Да, ребята, ракета и опа, 2 черепашки ушли в минус. А у нас атака мощная от Армагона. Кого и он бьет? Кого? Походил Крэнга? А нет, Армагон против Армагона, да, и попадает, ладно, в броню. Вот это глупая была атака, ребята. Армагон был под броней, и все прошло просто мимо. Все в пустоту. Пиццелицей жалко не подлечил, но ничего страшного, 5-я волна у нас. Будем надеяться, что сейчас братья-големы у нас Крэнга-то не вынесут. Да, кстати говоря, это вполне будет могут. Обидная потеря. Сейчас он пока вылезет.
Да, вылез Крэнк, все его ждали, и вылазят наши братцы-големы, ребята, из измерения X. И сейчас соберутся, и мы максимально нанесем им дамаг, ведь у нас еще в запасе есть массовые атаки. Есть же, правильно? У Пиццелицева, кажется, да? У Пиццелицева, да, есть... И он атакует, между прочим. А нет, Крэнк атакует, ребята, и давай что? Что мы сделаем? Просто обычную атаку? Обычная атака, заблокировали способности. Хорошо. И еще бросим тесто. Ну, слушай, сильная атака, гранитный, лавовый, точнее, почти что выпал из строя. А вот гранитный атакует массово, и смотри, практически Крэнка добивает. И мощная атака от Армагона, ребята. -1, -1, и нужно добивать гранитного. Да ладно? Не добили, не хватило силенок у Крэнка, а он добивает. Ты представляешь? Слушай, ну надо же ему было по Крэнку ударить, ну как да, так, а? Ребятки, минус Крэнк, здесь мы его потеряли и... Но все равно победили, ребята, все равно победили. Крутой Соса, спасибо вам огромное за то, что вы их пишете. Пишите еще больше, ребята. Будем больше делать видосиков с вашими составами. Так что в комментариях ждем от вас три персонажа, столбик. И будем за них играть. Да, ребятушки, пишите, будем использовать их. И, конечно же, и вам хорошо, и нам хорошо. Слушай, вот этот состав мне понравился. Смотри, здесь есть морозильная кошечка, да, кстати говоря. Ладно. Благодаря нам все ее теперь любят еще больше. Да, морозильная кошка стала топовым персонажем. Ребята, посмотрите обзорчик на нее. Тех, кто еще не смотрел, она действительно удивила. Так, Донни у нас здесь, видимо, обычный из мультика. Да, давай Донни найдем. Донни. Так, что-то не могу найти Донни. Вот он, да. Так, и Шреддер классический, ребята. И даже один из подписчиков написал в комментариях к этому комментарию, что этот состав крутой, и мы реально его берем, ребята, и играем. А от вас ждем еще больше заставчиков, ребята. Пишите, сейчас будет эпичный бой. У нас здесь Донни, кошечка и классический Шреддер. Как они справятся с этой мощной битвой, я даже не знаю. Да, ребята, вы пишите в комментариях, смогут ли они одолеть-то вообще двух огромных братьев-големов. Да, ребята, а здесь нам нужна массовая атака. Массовая, потому что крысы нам все хелсы повыносят своими двойными атаками. Слушай, ну у нас есть хил у кошечки на самом деле. Это очень хорошо. Да, хил у кошечки хороший, ребята. Но вот смотри, она так получает сейчас вместе с Донни дамаг. У нас всего две массовые атаки, и знаешь, это опасно. Как раз восстановится, надо использовать. Давай, ладно, хорошо, используем. Рискнем, так сказать. Кто не любит риска, тот не играет черепашки-ниндзя. Ну что ж, ребята, мы практически вынесли все хелсы у крысок. Сейчас по одной надо их добить, но они вот нам что-то не дают прохода, постоянно атакуют двойными атаками, между прочим. Да, так, еще нам неплохо было бы скорость атаки повысить, чтобы почаще атаковать. Давай так и сделаем. Кошечка жонглирует замороженными вишенками, и мы повышаем себе скорость атаки. Это хорошо. Супер просто. Так, крысу одну добили, и парочка, отлично, еще одну, и одна осталась. Хорошо. Да, даже это только вторая волна, прикинь. Вот-вот, о чем я и говорю, очень долго и много дамага могли нам нанести. Так, ну что же, пока что у нас нету массовых атак у Донни, по крайней мере. А вот Бибопс Роксади из другого измерения готовы прийти к нам на помощь. Давайте, Бибопс Роксади, покажите нам класс. Вот это мощная атака, вот это, я понимаю, классический Шреддер умеет удивлять. Это то, что нужно. Итак, здесь, на этой волне, нам обязательно нужно установить массовые атаки, иначе никак. Да, ребята, здесь мы все восстанавливаем, но они восстановятся быстро, потому что часто атакуют очень персонажи, и по две атаки нужно на одного противника, поэтому, оп, молодец, кошечка, кошечка, конечно, радует. Да, я надеюсь, что все-таки восстановятся массовые атаки, и мы сможем спокойно разнести наших космических друзей. Да, ребята, потому что там у нас, конечно, состав платиновых бойцов очень суровый. Очень-очень суровый. Итак, кошак атакует, скоро восстановится увеличение скорости. Да-да-да. Это тоже очень полезная штука. И атака от Шреддера. И у нас две, кстати, два хода кулдаун остался у Шреддера на восстановление. А у Донни уже восстановилось. Так, мы повышаем все, что только можно. Защиту, скорость. То есть мы готовимся сразиться с платиновыми героями. Ой, а как у Донни так спала защита? Да, почему спала сразу защита? Ничего себе, только повысил и все. Так, ну ладно, тогда Шреддер смеется, защиту, немножко лечения. То есть тоже станем пободрее и поувереннее себя чувствовать. Очень хорошо, ребята, подлечиваемся, восстанавливаем полностью хелсы.
И, конечно же... восстановили массовые атаки все. Отлично, ребят, во всеоружие выходим на Армагона и 4 платиновых космических черепашек. Вот это будет битва! Ну что же, давай расцарапаем лицо огромной акули, пока что такой план, и массовая атака от Донателло. Атакую массово, но не так сильно, но все равно хорошо. Ну а теперь Бивоп и Роксиди из другого измерения покажут, где зимуют. Где зимуют космические черепашки, ребята. Так, добиваем по одному, здесь у нас, конечно, расклад уже очень хороший, мне он нравится, вот кошечки жалко понизили атаку. И против нас... Против нас защита. Защита, просто защита и защита от дебафов. Ну что ж, добиваем, ребята, добиваем, на ура, справились, составчик обалденный, спасибо вам за это. Да, а у нас... действительно, состав радует. А у нас впереди, ребята, 2 голема из измерения X, платиновых, сильных, мощных и разрушительных. Справится ли наш состав? Победим мы? Сейчас увидим. Вы обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто не подписан, и поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Итак, ну что ж. Ну давайте посмотрим, кто у нас первый атакует. Кошка. Кошка. Ну давай мячик, вернее не мячик, сноубол запустим. Сноубольчик от кошечки и 1700 оглушение, хорошо. И на нас отрыгнули огненную лаву. Ребятки, расклад серьезный, надо лечиться. Опасный маневр сделал. Да, лава, конечно, с постепенным уроном это плохо. Ну что ж, пора эту лаву присмирить. И уничтожить, да. Отлично, 10 тысяч дамага, но постепенный урон так и не спадает. Кошечке срочно надо лечить своих союзников. Ну как хорошо, что у нее замороженный сырок, который прибавляет просто максимальное количество здоровья. Ура, ребята, мы справились. Но опять массовая атака и постепенный урон. Мы можем Шреддера потерять. Что творится? Это бешеный дамаг какой-то прибавляет. Да, просто колоссальный урон получаем от постепенного, причем урон. Ой-ой-ой. Да ладно, теряем. Классического друга нашего, но добивает кошечка у нас гранитного голема. Да, ребята, слушай, круто было, состав потрясающий, было интересно. Я надеюсь, вам тоже понравилось, дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите ваши составы, делитесь этим видео со своими друзьями и подписывайтесь на канал. С вами была команда Detol, ребята, до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, пока. Пока.